Сейчас мы на угле с нашей Рыжулькой. Рыжулька – это собачка, которую мы забрали из Красного Эха. От голода она съела еду вместе с пакетом. Были очень серьезные проблемы. Вы, наверное, ее помните. Сейчас она у нас красавица. Живет в хорошем, добротном вольере. Уход за ней. Посадили мы ее с кобельком. Рыжуль, про тебя ведь говорю, слушает внимательно. И еще раз это доказывает то, что животные, конечно, не должны скитаться по улицам. Они должны иметь свою крышу над головой, какая бы она ни была. Из добротных досок, из горбыля. Главное – это уход, питание и общение с животными. Это, мне кажется, самое главное. Чем отличаются животные от человека и человек от животного? Да тем, что вот этим существам нашим, четвероногим, не нужны ни машины, ни квартиры, ни дачи, ни положение, ни власть. Им нужно внимание. И действительно, они платят нам очень большой ценой своей преданности. Порой мы предаем, я имею в виду люди, предают таких бескорыстных существ. Поэтому, если кто об этом не думал, подумайте. В этом и заключается, в нашем милосердии и здравомыслии заключается, наверное, наша жизнь.